Доброе утро. Сегодня у нас вот рефаропластика верхних и нижних. И очень хочется. Вот видите, верхняя складка сильно выражена, нижняя складка сильно выражена. То есть имеет вот мы чертили линию аналогичных смен. Так вот мы накладываем, значит, непрерывно интернормальные швы. Вот таким образом подтягиваем и создаем складки. Вот мы закончили правый глаз, видите, ровная складка. Давайте сравнить с правой и с левой. Вот такой толщины складки имеется. Такой толщины складки убрали, вот естественно линия появилась. Теперь на нижнем веке, видите, вот такие свисающие кожные складки. Тоже сейчас будем корректировать, то есть в лифаропластике нижний век будем делать. Вот мы сделали разрез, силиарный разрез. Сейчас вот так мы открываем кожные складки, видите? Кожная складка, вот мышечная линия ровная, мы уже жировую грыжу убрали. У нас вот такая излишка на складке, вот такая излишка. Мы вот эту излишку будем удалять вот таким образом. Тогда у нас сгладятся нижние складки. Операция правой стороны, наверху сделали ровное линию, внизу убрали складки, сейчас вот они гладкие. Теперь переходим на левую сторону. Вот излишки кожи слева, видите, такая излишка. Вот эту излишку будем удалять сейчас.